А тем временем по области продолжает курсировать поезд здоровья. На этой неделе он сделал остановку в губкинском селе Бабровы дворы. На борту передвижного медицинского комплекса обследуют жителей отдаленных от региональных центров сел. Чем он оборудован, какие врачи в составе мобильной бригады и как долго губернаторский поезд будет ездить по региону, расскажет Оксана Черных. Плотнее, плечики вперед, делаем вдох, не дышим. Основа основ любого медобследования – флюорография. После измерения давления, уровня сахара и холестерина, осмотр на дерматоскопе. Поезд здоровья привез в губкинское село Бабровы дворы новейшее диагностическое оборудование и лучших специалистов. Терапевты, кардиологи, семейные врачи назначают лечение и дают советы по профилактике. Мерите, контролируйте артериальное давление, а через неделю ко мне на прием, хорошо? Поезд здоровья остановился у Боброводворской амбулатории до конца недели. Это четвертая сельская территория Губкинского округа, где организован комплексный медицинский осмотр для тех, кто давно не заглядывал к врачам. Добавим, осмотр пациента расписан по времени и на обследование приглашали заранее. Кроме того, к местной амбулатории организовали подвоз жителей ближайших сел. Пропускная способность у него до 50 человек в день мы смотрим, но люди идут с желанием, людей больше. Вчера мы приняли 60 человек, мы никому не отказываем в обследовании всех, до последнего пациента смотрим. Александр Корниенко привез на обследование всю семью. У меня здесь мать, жена, друзья, соседи. Все мы приехали сюда, чтобы пройти медосмотр. Честно говоря, муж заставил, я бы не решилась. Диагностика включает анализ крови, электрокардиограмму, обследование на стоматоскопе, выявляющем ранние формы рака полости рта. Жители губкинских сел консультируют терапевт, кардиолог, гинеколог. В рамках губернаторского проекта «Поезд здоровья» женщин также обследуют на маммографе. Все в одном месте, все организовано. Очень хорошие специалисты, поэтому мне понравилось. Я, честно говоря, была в восторге, когда узнала, что меня пригласили вот на поезд здоровья. Я с удовольствием приехала, и отношение к врачей прекрасное. Так что сейчас вот пойду к кардиологу. На следующей неделе мобильная бригада врачей отправится в Истобное. В губкинском селе они будут принимать до 16 сентября. Поезд здоровья продолжит движение по региону до конца октября. Оксана Черных, Сергей Лихвер. Такой день на мире Белогорья.